Всем привет! Это видеоверсия сайта военноедело.ком. Дамаск обвинил Эрдогана в своевольной трактовке Аданского соглашения. Сирийский МИД заявил, что несмотря на все заявления Тайипа Эрдогана, Турция не имеет права на единоличные действия против террористов на территории Сирии. РИА Новости отмечает, что в заявлении сирийского дипведомства указано на лживое утверждение Эрдогана о том, что Анкара действует в провинции Идлиб в соответствии с Аданским соглашением от 1998 года. В Дамаске заострили внимание на то, что Аданское соглашение обязывает турецкие войска координировать все свои действия с сирийскими властями. Таким образом, президент Турции не имеет права действовать в одиночку. Также в сирийском дипведомстве отметили, что соглашение подразумевает совместную борьбу с терроризмом, однако фактически армия Эрдогана защищает и поддерживает террористические группировки. Напомним, ранее президент Турции обвинил Дамаск в гибели нескольких турецких военных в Идлибе. Он потребовал от Дамаска прекратить операцию по освобождению провинции Идлиб от террористов, а также вывести правительственные войска за пределы турецких наблюдательных пунктов в Сирии. В случае невыполнения требований Эрдоган пригрозил применить силу. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.